как сейчас настроение в раздевалке? Ну, оно такое немного странное. Вроде вначале вели, хотели больше победить, но в конце уже игра была такая, они нас начали немного поддавливать, старались на контратаках забить пару мячей. Ну, игра была с лидером, поэтому, я думаю, результат достойный. Ну, после второго ведь забитого мяча подрасслабились, что пропустили сразу дважды там за две минуты? Да, я бы не сказал, но просто эта игра, футбол такой, надо бывает. Видимо, они более настроились после второго гола и со стандартов забили нам два мяча. Вообще, от соперников все-таки лидер, вы ожидали большего? Да, на самом деле мы ожидали большего от нашего соперника, но мы хотели показать и даже доказать то, что мы ничем не хуже и ничем не отличаемся от них. То есть то, что мы можем быть даже и на первом, и на втором, там, третьем местах. Конец первого круга, какая-то усталость накапливается? Да нет, мы хотим играть в футбол. Когда хочешь играть в футбол, не чувствуется даже усталости, поэтому все пока что хорошо, все в оптимальной форме находятся, и вот бьемся 90 минут. Все.